Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать автономность, касаемой iOS 13.7 Beta 1. Сразу хочу сказать то, что я телефончик снял где-то в 10 утра, если память мне не вводит, сейчас сами посмотрим. В 10.50, даже в 11, можно сказать. И у меня с 11 до 5, короче, 6 часов телефон не использовался, не было интернета. То есть я так выходил, через сотовые данные немного попользовался, и все. Дальше я полноценно, вот я смонтировал пару видеороликов, один вы уже видите, я его выкинул пару часов назад. И как бы еще на данный момент вот этот вот монтируется. К 12 уже будет этот видеоролик о автономности, чтобы вы понимали. Сейчас у меня 68%. То есть 32% у меня только съело от 100%. Но опять же замечаю, что часов 6 все-таки он не использовался, он просто стоял. Да, я звонил, да, я там использовал какие-то соцсети, на что-то ответить, зайти посмотреть, но долго ни в чем не лазил. И вот как-то так. Что-то сказать об этом, автономность на уровне iOS 13.6. Вот, ничего не грелось, вот когда я монтировал, когда я все это делал, все стабильно, спокойно, никаких глюков, фризов нету, все устраивает. В принципе, что сейчас происходит, это скорее всего GM-версия, некоторые пишут, я говорю, что это бета 1, так как ее еще в релизе нету. И обновляться, однозначно, конечно же, обновляться, кто сидит на 13.6, либо 13.6.1. Эта бетка или эта данная iOS в релизе будет лучше, даже чем, я вам скажу, релизная iOS 14. Это я вам говорю 100%. Поэтому вот как-то так. Оставляйте ваше мнение в комментариях, пишите, какой у вас iPhone, какие у вас баги, фризы, может, есть или с аккумулятором проблемы, какая емкость, напишите. И я, может быть, вам в чем-то подскажу. Всем пока!